Потенциал цифровых валют. Председатель Резервного банка Южной Африки Франсуа Гропе отметил, что пока его стране очень рискованно выпускать собственную криптовалюту, сообщает ITWeb. Это заявление было озвучено на конференции Straight FinTech Innovation Conference в Йоханнесбурге, ЮАР. Виртуальные деньги уже очень популярны и широко применяются в африканских странах. Но при выпуске собственной виртуальной валюты, заметил Гропе, Центральный банк должен быть уверен, что такая форма оплаты не будет использоваться в незаконных целях. Несмотря на это, правительство Южной Африки остается дружественным к криптовалютам и продолжает способствовать развитию инноваций и внедрению их в различные сферы жизни общества.